Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Родина сказала «надо», они ответили «есть». Ты причастен к чему-то большому, не только к гражданской жизни, но и к воинской тоже. Батальон территориальных войск продолжает выполнять свои задачи, как поддерживают боевой дух. Дед Мороз приглашает. Спешил я к вам дорогой длинной. Свои двери распахнула городская резиденция. Чем там удивляют? Казачье раздолье. Растянула атаман свой походный баян. Почему Бобруйск ими гордится? А также своя вакцина, последствия гололеда и когда серебро дороже золота. Динара Олимбекова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону. Как это было? В Беларуси выздоровели и выписаны 139 785 пациентов с COVID-19. Зафиксировано 162 148 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 3 625 620 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Беларусь может наладить производство собственной вакцины от COVID-19. Об этом сегодня во время посещения 4-й больницы Минска заявил Александр Лукашенко. По словам президента, производством лекарства займутся, если наработки наших ученых окажутся серьезными. В стране также рассматривают возможность производства российского препарата и его закупку для вакцинации групп риска. Беларусь вышла на пик пневмонии и продержится на нем как минимум полтора месяца. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пеневич. Он также отметил, что пандемия не закончится завтра. Вторая волна начнет спадать лишь к лету. Сформированный в Бобруйске батальон территориальных войск продолжает свое функционирование. Воскресенье для бойцов началось с торжественного мероприятия. Выходной день для батальона стал торжественным и праздничным. Один из запасников принял присягу и поклялся защищать Беларусь и ее народ. Все согласно уставу, с оружием в руках и в присутствии личного состава. Торжественно клянусь быть преданным своему народу. Свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь. Естественно, волнительно. Вот, какая-то дополнительная ответственность, наверное, появляется. Осознание того, что ты причастен к чему-то большому, не только к гражданской жизни, но и к воинской тоже. Вот, к защите Республики Беларусь, своей семьи, своего народа. После бойцов поджидал еще один сюрприз. На этот раз творческий. В гости приехал академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Беларуси. В репертуаре военно-патриотические композиции, эстрадные песни и танцевальные номера. Задача, что ни есть, очень важная. Поднять боевой дух военнослужащих и также хорошее настроение для выполнения боевых задач. И где наша армия, где наши вооруженные силы, там всегда и мы. Позови меня. С хорошим настроением можно и в бой. Далее у запасников активная фаза учений. Напомним, в Беларуси продолжается проверка войск территориальной обороны. Личному составу предстоит отработать вопросы охраны важных объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, обеспечение режима военного положения. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360. Память, сердце, обновленный список и социальная сфера. 2021 будет ознаменован новыми мерами поддержки. Какими? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Рост расходов на социальную сферу в следующем году составит более 3 миллиардов рублей. Таковы данные Минфина. Прибавку к зарплате получат абсолютно все работники бюджетных организаций. Предусмотрены надбавки врачам, которые работают в условиях пандемии. 2021 пополнится новыми мерами поддержки. Одна из них – бесплатная попытка ЭКО. Такую помощь получат 2000 пар, на это выделят 12 миллионов рублей. Востребованным останется и семейный капитал. В Беларуси стартовал масштабный патриотический проект «Память сердца». В декабре молодежь всей страны посетит мемориалы и памятники, чтобы еще раз вспомнить героическое прошлое и почтить память героев Великой Отечественной. Акция продлится вплоть до католического Рождества. Завершится проект 24 декабря на площади Победы в Минске.
Белорусская железная дорога ввела новый график движения поездов. Он начал действовать прошлой ночью. В списке маршрутов СНГ и страны Балтии. Поезда начнут курсировать по обновленному графику, когда улучшится эпидемиологическая обстановка. Международное пассажирское железнодорожное сообщение было полностью приостановлено с рядом государств с апреля. Динара Олимбекова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону. На третьем этапе, прошедшем минувший уикенд, белоруска дважды поднималась на пьедестал почета. Сначала она стала победительницей спринтерской гонки, а затем заняла вторую позицию в гонке преследования. Сейчас в активе лидера белорусской женской команды 265 очков. Динара Олимбекова всего 6 баллов уступает норвежке. Третьей идет шведская биатлонистка. Зубры исключили из числа видов под угрозой вымирания. Обновленные списки опубликовал Международный союз охраны природы. Самая заметная новость – понижение охранного статуса зубра. За последние 20 лет наблюдается значительный рост численности этого вида. Однако положение многих других животных и растений продолжило ухудшаться. Например, под угрозой исчезновения оказались более 100 видов дубов. Стали очевидцем происшествия. Бьетесь над решением болевшей проблемы. Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруйск 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Гололед натворил немало бед по всей стране. В Бобруйске на Кирова водитель грузовика не справился с управлением, выехал на остановку и придавил двух человек, в результате чего мужчины оказались зажатыми между «Мерседесом» и деревом. Оба пострадавших были деблокированы работниками МЧС и госпитализированы. Подобное ДТП из-за неблагоприятных погодных условий зафиксированы по всей республике. За сутки с пятницы на субботу в больнице страны с холодовыми и гололедными травмами обратились почти 2000 человек. 327 приходится на Могилевскую область. С 12 по 13 за медпомощью обратились 972 белоруса. Оранжевый уровень был объявлен и накануне. Гололед и гололедица сохранились и в понедельник. Праздник нам приходит. Городская резиденция Деда Мороза распахнула свои двери. Чем удивляет на социалистической 90. После отпуска Дед Мороз и Снегурочка вернулись в Бобруйск. Если в том году они поселились за городом, то сейчас решили быть еще ближе к своим маленьким поклонникам. Социалистическая 90, он же Центр доп. Образования, он же Дом офицеров. Здесь мы будем танцевать, веселиться, петь, играть! Сюжет предания больше похож на новогодний детектив. Товарищ по прозвищу Анчутка решил испортить праздник. Вырвал листы из книги Деда Мороза «Коллапс вселенского масштаба». Все сказочные герои попали куда угодно, только не к себе в рассказы. На помощь снеговикам пришли главные охотники за рождественскими чудесами – дети. Танцы как отдельный вид оружия. Одни прям зажигали. Другие, как настоящие леди, предпочитают более сдержанные движения. Вернемся к сказке. К детям приходили все самые известные герои. Соловей-разбойник, Змей Горыныч, Василиса Премудрая и даже Жар-птица. Появлялись они через лабиринт времени. Внимание, внимание. Листаем дальше страницы новогоднего детектива. Под конец появляются Дед Мороз и Снегурочка. Вот они-то и помогли восстановить книгу сказок. Добро вновь победило зло. А все герои и ребята стали водить хоровод вокруг красавицы елки. Расскажите, что вам сегодня понравилось? Как вообще представление? Мне очень понравилось. А кто именно из героев понравился? Горыныч. Как вам представление? Мне понравилось. Мне тоже. А кто именно понравился, из героев? Черт! Змей Горыныч. Ну почему черт? Какой-то странный выбор. Ну потому что внешность черный мой любимый цвет. Понравилась тебе сказка? Да. А кто именно понравился из героев? Шелуханская девица. А чем она тебе понравилась? Потому что она красивая. Дедушка Мороз, Снегурочка, не устали вот каждый год поздравлять детей, дарить подарки? Нет, потому что наступающий Новый год – это праздник не только для детей, но и для их родителей, и для нас. Приятно всегда видеть улыбки детей, радостные, довольные их лица, в глазах радость, счастье.
Улыбки на лицах родителей, дедушек, бабушек. Маленьких гостей и их родителей ждала не только сказка. Мастерская Деда Мороза научила ребят своими руками вырезать снежинки и делать мягкие игрушки. Ребята смогли посетить контактный зоопарк, покормить животных. Кто-то не побоялся, вошел в клетку и попробовал погладить даже диких животных. И, конечно же, всех желающих, кто хотел насладиться вкусом блинов с джемом, конечно же, прошли на улицу и это... на открытой площадке на свежем воздухе попробовали вкус блинов. Резиденция будет работать с 19 декабря по 6 января. 25, 31 и 1 – выходной. Всю информацию можно найти на сайте учреждения. Мы приглашаем детей и взрослых на новогодний праздник. В городскую резиденцию Деда Мороза по адресу улица Социалистическая, 90, мы будем рады видеть вас вместе с дедушками, бабушками, с родителями, с братьями, с сестрами. С наступающим Новым годом! Максим Кемель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360. Народный казачий ансамбль «Вольница» отметил свое 13-летие. В этот день участники вспоминали, как все начиналось. «Вольница» известна не только в нашей стране. Любят бобруйских казаков и в России, Украине, Молдове. Ведь продолжают они славное дело своих предков. На праздник пришли также гости, которые любят их творчество. С гордостью могу констатировать, что на Могилевщине, во всяком случае, это самый представительный коллектив, который пропагандирует казачью культуру, казачий быт. Участвуем во всех концертах, дожинки. Буквально неделю назад этот коллектив подтвердил почетное звание «Народный». 10 лет уже этому званию. Это очень... Готовимся на заслуженный. И если все получится, то через 3 года мы будем заслуженным коллективом Республики Беларусь. Подарки, теплые встречи, воспоминания. Праздничный вечер пошел в кругу самых преданных поклонников и ветеранов казачьей песни. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!